Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопижано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасча кипасиндхавача Патитанам павонебхьо вайшнавебхьо намо намаха Мукхам кароти вачалам пангум ланхайтагирим Ят кипатамахам ванде парамананда мадхавам Бриндава тулсидеббхай пияхай кесавасвача Шна бхакти паде деви сатта баттвай намо нама Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна като падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадану ракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Бараньо Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Бхитатихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллавана Качаннамани Чатая Биспуриджито кемапико гоповадушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадикамай када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канука бодато Шанкитанай капитару камала йотакшо Вишамбару дижавару джугадхарма пало Банде джагат приякару каруна аватару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча муктинча дадасинитам Бхавану рупенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно приямананго мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Багиша Джоша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хиде Самбихи Там Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Шрутасва пуншам сучирасамасьо, нанджо сасрибхиртатто, таттат гунану саванам мукунда падара винда хидеши джешам. Шрутасва пуншам сучирасамасьо, нанджо сасрибхиртатто, таттат гунану саванам мукунда падара винда хидеши джешам. Гаудия Гоштипати, Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, there is the scarcity of Харикатха all over the world. Гаудия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что во всем мире недостаток Харикатхи. Джагадгуру very often used to say, он часто говорил об этом, that there is a scarcity of Harikatha all over the world. There is a scarcity of Harikatha all over the world. И вот Шрила Прабхупад говорил, что во всем мире недостаток Харикатхи, поэтому люди не могут развить должное сознание. Должна быть санкиртана, их совершенная санкиртана, совершенная Харикатха. Шишила Бхактивинода Тхакура, он говорил, то, что те, кто чистые преданные, они могут говорить о себе как о подметальщиках рынка святого имени. И Бхактивинода Тхакура, он сам говорил о себе так. Он сам говорил, что я подметальщик этого рынка святого имени. Шрила Прабхупад говорил, мы все гаудии, мы должны помочь в очищении этого рынка святого имени. Шрила Прабхупад говорил, мы все вместе должны помочь Шриле Бхактивинода Тхакуру очистить этот рынок святого имени, очищение намахаты. Мы должны помогать ему в этом служении. Что значит намахата? Хат значит какой-то деревенский рынок. Намахата значит там, где нам имя Господа продается всем. И Бхактивинода Тхакура пишет в своих киртанах. Патияче намахатто живеро карон, шоддавано жон хе, шоддавано жон. Very nice kirtan. Очень прекрасный киртан. Нодия гуддуме, нитананда махаджан. Патияче намахатто живеро карон. For bonded soul. Для обусловленных душ. Нитананда Бабу going to. Нитьянанда Бабу открыл рынок святого имени на Годоме. They are all big, big. И там великие махаджаны во главе с Нитьянандой, ачарьи, они распространяют святое имя. И какова цена этого святого имени? Это Шрадха, мы должны заплатить цену веры. У нас должна быть такая стопроцентная непоколебимая вера, и тогда мы обретем харинам и будем радоваться жизнью в служении в Севе. На самом деле, Шрила Прабхупад очень часто говорил, как определить чистого преданного. Шрила Прабхупад говорил, можно найти, что чистый преданный. Шрила Прабхупад говорил, можно найти, что чистые преданные Гуру Пад Падма, те, кто садгуру, их есть такое качество, что они как будто потеряны в каком-то другом мире, как будто они полностью погружены в трансцендентное. Когда мы смотрим на какого-то чистого преданного, мы можем обнаружить, что
он как будто потерян в каком-то том другом мире. Может, не сразу можно понять, но он так полностью поглощен этим. И это признак Садгурудева. И Шрила Прабхупад говорит, Садгуру, те, кто пришли из вечного мира, у них есть вечная сварупа в трансцендентной даме. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Я не могу сказать, что он мой гурудев. У меня нет права заявлять так, поскольку такая преданность, такой преданности, такого служения я не совершал в его адрес, поскольку даже какое-то лесное животное, если его привести домой и как-то служить ему, то это животное будет служить нас. И что я хочу сказать? В Чайтанья Чаритамрите говорится, мы можем купить Кришну с помощью премы. Пытайтесь понять. By only prema, only by prema, it is written in Chaitanya. И вот в Чайтанье Чаритамрите говорится, только с помощью премы можно купить Кришну. Only by prema. And those devotees of Krishna, и все преданные Кришне, то также их можно обрести с помощью премы, с помощью такого служения им. It is written, и говорится in Chaitanya Чайтанье Чаритамрите, Кришна. Кришна сева, Кришна бхаджана actually prem сева, only Кришна waiting your prem сева. Кришна ждет нашей према сева. И если мы будем служить ему с любовью или с нашему гуру Падме, то тогда и только тогда у нас есть право говорить, что он мой гуру Падме. Если вообще я служу моему гуру всем своим сердцем совершаю Вани Севу и другие виды служений, то тогда могу сказать, что он мой Гуру Падпадма. Но не до этого, не служа Гуру Падпадме, не посвятив себя полностью ему, как мы можем говорить, что он наш Гуру Падпадма? Мы не должны говорить так. С самого начала, ну, в смысле, с того начала, когда Гурудев начинает являть свои лилы в этом мире, и вот приняв прибежище у Шрилы Прабхупады, Шрилы Пури Госвами Махарадж, он получил служение в виде Вани Севы. Он редактировал Надья Пракаш, это была каждодневная газета. И вот это служение было дано им Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада дал ему ручку, и до последнего момента своей жизни Шрила Пури Госвами Махарадж совершал это служение без всяких компромиссов. На самом деле, он олицетворение Тринадапи. Если кто-то хочет узнать, что значит Тринадапи, практический пример можно найти в жизни Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Такое смирение в материальном мире сейчас невозможно. И так много примеров я могу вспомнить. Я подобен животному. Я не знаю, как это возможно для меня, что я обрел милость такой великой души Махаджана. Это невозможно, практически невозможно. Как изменить свою жизнь? Как понять что-то? Я могу понять это только по милости, по беспричинной милости Гуру Падпадме. Он пролил на меня свою беспричинную милость. Он был преданный Нишкинчан.
Он был настолько нескинчен, что сейчас это подобная история. Он был настолько отречен, что сейчас это подобно какой-то истории, никто не может поверить в это. Всю жизнь он служил Шри Прабхупаде, совершал ванисеву до последнего момента своей жизни. Когда Шрила Прабхупад оставил это тело, то в то время он во время оставления в последних лилах Шрилы Прабхупады в этом мире Гурупад Падма, он также занимался не только Вани Сева, но и Вапу Сева. Он служил непосредственно телу Шрилы Прабхупады. Да, его предыдущее имя было Прамод Бушан Чакраварти. Прамод значит радость. Прамод Бхушан Чакраварти. Когда он встретился с Гурупад Падмой, то в то время Шрила Прабхупад спросил, как тебя зовут? Тот ответил, что Прамод Бхушан Чакраварти. Шрила Прабхупад засмеялся. Материальное наслаждение не может быть определено как украшение. То есть материальное наслаждение никогда не будет, не может быть украшено украшением. Лучше бы я тебе дам другое имя. Вот он дал ему имя Пранавананда Брамачари. И вот два брамачари служили Шриле Прабхупаде. В то время был Пранава Ананда и Парамананда. Шрила Прабхупад И вот Шрила Прабхупад, он отправился в Пури. Гуру Махарадж тоже там был. Пурушоттам Даме в Читакпарвати. Шрила Прабхупад совершал баджан и оттуда. Гурупад Падма, Шрила Прабхупад и какие-то преданные, они отправились в Бхуванешвар. В Экданди, Гаудимат, в Бхуванешваре. Я однажды был там. И там Шрила Прабхупад говорил Харикатху и шутил с Гурудевом. И он сказал, что Пранавананде нужно принять саньясу. Он достоин ее принять. Шрила Прабхупад думал об этом, когда и как, и где дать ему саньясу. Тем временем, когда они вернулись с этого последней поездки в Бхуванешвар, Шрила Прабхупад приехал в Бхагавадзар Гаудия миссию, и там он явил лилу болезни. И вот эта болезнь, она так увеличилась. Какие-то доктора приходили, но все равно Шрила Прабхупад хотел говорить Харикатху, доктора были против, и в то время два брамачари круглосуточно не служили Шри Прабхупаде. 12 часов служил Гурупад Падма, Пранава Ананда Брамачари, и 12 часов Парамананда Брамачари. И ночью. Вот у них была смена с 6 до 6, с 6 утра до 6 вечера. И вот в общем 12 часов один служил, 12 другой. И вот
Гурупад Падма каждый день думал, если Шрила Прабхупад уйдет, оставив нас, что мы будем делать, мы беспомощны без него. И тем временем, в тот день Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем, он вот Шрила Бхакти Прамодпурагаса Махарадж, он с тяжелым сердцем вышел из комнаты Шрила Прабхупады, и тут приступил Парамананда к служению. И вот Гурупад Падма медленно шел и думал, если Шрила Прабхупад уйдет, оставив нас, что случится. И тем временем Парамананда позвал Парамананда, иди сюда, быстро. Тот пришел, Шрила Прабхупад ушел. И вот так Шрила Прабхупад оставил тело, они расплакались, весь храм. Весь духовный мир. Это было такое безмолвное состояние. И Гурупад Падма, он сказал мне, когда я писал жизнеописание Гурупад Падмы с его слов. И вот он сказал, что все часы в храме, они все остановились. Так около 4 часов Шрила Прабхупад оставил тело, около 4 утра, и все часы они остановились. В тот момент, когда Шрила Прабхупад оставил этот мир, то все часы они остановились в эту самую секунду. И я был вынужден написать значение этого. Гуру Махарадж был очень счастлив, слыша мое объяснение. И вот я объяснил по милости Гурупад Падме то, что Шрила Прабхупад, он вошел в вечный мир, чтобы показать нам вечность этого мира. Это материальное время, оно бесполезно там, поэтому время, оно остановилось. И Шрила Прабхупада был очень счастлив слышать такое объяснение, что Шрила Прабхупад вошел в духовный мир, а это материальное время, оно остановилось. Перед тем, как Гурупад Падма проявил лилу болезни, то в то время в Гауди миссии Шрила Прабхупад сидел на таком кресле-качалке, что-то такое, и он сидел с полузакрытыми глазами, как будто был в глубокой медитации. И в то время Гурупад Падма, он вечером вошел в комнату Шрилы Прабхупады и обнаружил, что Шрила Прабхупад находится в такой глубокой медитации с закрытыми глазами. И Гурупад Падма, он сел перед лотосными стопами Шрилы Прабхупады и аккуратно взял лотосные стопы Шрилы Прабхупады и поместил их на свою грудь. Шрила Прабхупад говорит, Гурудев, и вот я очень аккуратно взял лотосные стопы Шрилы Прабхупады, поместил их на свою грудь. И после этого внезапно Шрила Прабхупад открыл свои глаза, посмотрел на меня. И Гурудев сказал, Шрила Прабхупад, он открыл свои глаза, посмотрел на меня и сказал такими словами, что до сегодняшнего дня я не могу забыть их. Его слова были полны милости, полны любви. Я не могу это повторить. И вот он так постепенно открыл глаза и спросил, кто? О, Пранавананда.
И такие... И такое чувство я никогда больше не испытывал. Он смотрел на меня с такой любовью, как будто он проливал на меня всю свою милость. Он смотрел на меня такими глазами, с такой любовью. Я не могу объяснить это. Такое чувство, такая любовь, я не могу объяснить ее. Он был успешен, и Шрила Пури Госвами Махарадж, он поместил лотосные стопы Шрилы Прабхупады на свою грудь, и Шрила Прабхупад с огромной любовью спросил, кто Пранавананда. И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел, он все равно совершал Ванисеву, потом какая-то неблагоприятная ситуация возникла. Что делать? И по милости Бхагавана, Гуру Хари, он отправился в Калну. Там был храм Ананта Васудева. Его подарили Шрили Пури Махараджу. Царь Бардамана подарил ему этот храм. И божества там Ананта Васудев, Рада Гопинатх также там, поскольку Рада Гопинатх, он поклоняем был там раньше. В смысле Шрила Пури Госвами Махарадж, он поклонялся Рада Гопинатху еще в своем предыдущем ашраме, не мог оставить поклонение, поскольку он браман, у них есть право поклоняться Господу. И потом он совершал служение в Калне. И там Гурупад Падма, он вот поклонялся божествам в Калне, там не было комнаты даже. То есть там была божественная комната была и балкончик какой-то, и все. И лес вокруг. Со змеями и прочими. Гурупад Падма, он отдыхал там на веранде. И вот он весь день занимался служением, писал книги, отвечал преданным на их письма. В то время не было никаких этих средств коммуникации, кроме писем. И вот он жил на этой веранде. И готовил сам, приносил воду из Ганги, принимал омовение в этой Ганге, совершал арати и пуджу, совершал киртаны, говорил харикатху, все делал полностью. И в день Радхаштами и Маг Пурнима. И в тот день, в Радхаштами, он начал поклоняться там, в Радхаштами, и Маги Пурниму. Это тот месяц, в тот день, когда Махапрабху принял саньясу, Маги Пурниму, в месяц Маг. И Гуру Махарадж организовал большие фестивали в эти два дня. Готовил прасад, раздавал его. И это было первое. И вот это был первый праздник с того момента, как он начал поклоняться в этом храме. И Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж постепенно вернулся к этой истории. Вот сюда по указанию Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа Нарутам Брахмачари. Это в будущем Бхактивиган Бхарати Махарадж. Их отправили в этот храм в Калне, чтобы помочь организовать праздник. И Шрила Бхарати Махарадж был очень ответственным человеком с самого начала своей жизни.
Бхарати Махарадж Наратам Брамачари, он был очень ответственный, очень пунктуальный, что я не могу объяснить словами. Все важное служение он совершал Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджу. Много служений выполнял в день его явления. Более подробно буду говорить об этом. И вот какие-то преданные, они отправились туда. И там был преданный Шрила Прабхупады. Он готовил для Шрилы Прабхупады. И когда Шрила Прабхупад, он являл свою лилу в Майяпуре, то он готовил для Шрилы Прабхупады. Он был с Ассама. И в то время все преданные, они отправились в храм в Калне, чтобы помочь Шри Пури Госвами Махараджу организовать праздник. И в то время, и вот на следующий день должен был быть праздник, а вот они приехали в предыдущий день. И вот Наротам Брамачари, наш Бхарати Махарадж, сказал: когда у вас праздник и завтра, как вот ничего же нету. И где же все? Ничего нету. Где рис, сабжи, молоко, дал, ги, где все? Гуру Махарадж повторил: «Харинам в комнате». И Бхарати Махарадж спрашивал: где все, что же готовить? И он был удивлен. Где же все? Что готовить? Как мы праздник, большой праздник организуем? Тысячи людей приходят, а у нас тут ничего нету. И Гуру Махарадж без капли беспокойства сказал, что Бхагаван все организует. С таким величайшим спокойствием сказал, что Бхагаван все сделает, не переживайте. Бхарати Махарадж удивлен был. Что завтра праздника? Даже посуды нет, в чем готовить. Как же, в чем готовить? И тогда Наротам Брамачари, он взял ответственность, а он узнал, что так называемый преданный какой-то, не Сахаджи, но такой этот участник какой-то корпорации. И вот он под имени Гуру Махараджа пошел в его дом в 5 утра, постучался, человек открыл глаза, спросил, что такое. Я пришел от Пури Госвами Махараджа с Калны, с храма Ананта Васудева, нам посуда нужна, чтобы приготовить. И тут сказал: посуды много, выбирайте, что хотите. И с утра он взял эту посуду. Потом подумал, что посуда есть, но нечего готовить в этой посуде. Тут кто-то начал какие-то овощи приносить, но не так много, человек на 30. И по милости Бхагавана, Бхарати Махарадж говорит, что взял большую кастрюлю, зажгли огонь, поставили эту, поставили этот емкость для готовки, налили воды, чтобы она вскипела, и тем временем, подобно муравьям, начали люди приходить, что-то приносить, рис, дал, ги, все остальное, пшеницу, все остальное. И Наротам Брамачари был очень удивлен, что вчера вообще ничего не было. Сейчас за час с утра принесли кучу всего, как будто их сам Бхагаван послал. Даже еще на месяц, за месяц мы не смогли бы столько съесть. И Махарадж говорит: за всю свою жизнь я никогда не имел такого опыта. И тогда я понял могущество этого Махапуруша. И Бхарати Махарадж говорит: я
Я вспомнил эту шлоку из Гиты. Что те, кто думает о лотосных стопах Бхагавана, Бхагаван, он позаботится о них. Сам Бхагаван, он позаботится о них. И вот Бхарати Махарадж говорит, я вспомнил эту шлоку из Гиты. И вот Бхагаван, он дал такое обещание в Гите, вот здесь все это исполнилось. Бхарати Махарадж вспоминает, что за всю свою жизнь я не видел никаких подобных праздников, он был замечателен. Может, сейчас тысячи людей принимают просад, и нет недостатка денег, риса, и всего остального, но такого огромного праздника я никогда не видел. За всю свою жизнь Бхарати Махарадж рассказывал, что, видя этот праздник, я помнил, я вспомнил праздник, который организовал народ на Брахмачари в Кетуре. Сейчас это территория Бангладеша. Я вспомнил тот великий праздник, который организовал народ там, такого в Кетуре. И этот праздник в Кетуре, и спустя долгое время такого праздника не было. И Джанва, Ананга Манджари, Джанва Мата, Шакти Нитянанда. Она была там. И все великие вайшнавы из Вриндавана, Пури, они участвовали в том празднике. Это был самый крупный праздник в вайшнавской истории. Бхарати Махарадж говорит, хотя он не был столь большим, но видя качество и значение этого праздника, я был поражен качествами Шри. Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. Бхарати Махарадж говорит, с самого полудня до вечера раздавали прасад тысячам пришедших преданных. И Мадхава Госвами Махарадж и по приглашению Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, все важные вайшнавы пришли на этот праздник, и когда воздавали хвалу, произносили Джайадхвания. Бхакти Махарадж, он говорит, никогда Джайадхвания продолжалась минуты 25, это только Джайадхвания. И тогда я понял, что этот праздник был организован самим Нитянандой. Иначе такой праздник, он невозможно организовать его такому внешне бедному саду, как Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Всю жизнь мы видели, как много любви он имел к своим братьям в Боге. Я могу рассказать какую-то сиддханту, какие-то чудесные вещи. Однажды все преданные, они пришли с учетом, откуда-то приехали, высадились в Навадвипе. И вот Шрила Бхакти Дайта Госвами Махарадж в Калькутту уезжал, кто-то в Майяпур, и вот они высадились на этой станции в Навадвипе. Ну да, в общем, на Навадвипе высадились, начали разъезжаться, кто куда. Very large, so many luggage, anything. Devotees, they are speaking. И преданные начали говорить. А вот Шрила Пури Махарадж просил, чтобы высадили на мосту в Горанга-сету. Я сказал, что хочет встретиться с Шрилой Сиддхартой Госвами Махараджем. Почему? Тут болеет, надо
Я думаю, мое сердце, оно зовет меня туда. Поэтому высадите меня здесь, я хочу встретиться с ним. И вот он один высадился и пошел встретиться с Шрилой Сиддхартой Госвами Махараджи. И действительно, Шрила Сиддхартой Госвами Махараджи являл лилу болезни в то время. Хотя Гуру Падпадма был старшим преданным, он раньше пришел к Шриле Прабхупаде, но все же он думал, что Сиддхартой Госвами Махараджи великий вайшнав. И пришел к Сиддхартхе Махараджу и сказал ему, что Махарадж, вы хотите оставить нас всех, не уходите, мы беспомощны без вас. И какое-то время он находился там. Вот такое было у него великое смирение. Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, он всегда выражал почтение Шри Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа как своему старшему брату Боге. И Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж, он говорил, я выделяю ему ту комнату, в которой я живу сам. И вот to my god, senior god brother, just up. Mother Kusuma staying here, and then you can go up and the same room directly. If Guru Padma living here, up room and down Mother Kusuma. Mother Kusuma speaking. He is my senior god brother, so he should speak. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он выделял комнату Шри Пури Госвами Махараджем, которая над его комнатой. И таким образом выражал ему уважение. Вот Шрила Бхарати Махарадж говорит, мы не знаем день явления Шрила Пури Госвами Махараджа. Он не нишкинчан, он очень отречен, кто будет отмечать его день явления. И вот Бхарати Махарадж говорит однажды, мой Гуру Падпадма, он принес гирлянду сладости, пушпанджали и все остальное, и какие-то книги. И он послал меня к Шриле Бхакти Прамоду Пури Госвами Махараджу, чтобы я поклонился ему от моего имени и предложил гирлянду ему. А ты с моего имени предложил какие-то пранами, какую-то одежду из сладости и поклонился от моего имени. Я хочу. И вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж сказал, что я хочу сам к нему пойти, но если я пойду, он не примет подношения и поклонения от меня, поэтому я тебя посылаю. И вот Бхарати Махарадж сказал, что я пошел к его комнате, поклонился, предложил Пушпанджали его стопам, спросил, зачем я это делаю. Я сказал, что мой Гурудев сказал, что сегодня день вашего явления. Гуру Махарадж, он застыдился, спросил, кто сказал. Я сказал, что мой Гурудев сказал, что сегодня ваш день явления, поэтому я пришел совершить поклонение вам, принес какие-то подаяния. И вот по милости моего Гурудева Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, с того дня все начали отмечать день явления Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа. А до этого никто не знал, сам он не говорил никому. И вот он жил в Шри Чайтанья Гаури Матхе в Калькутте с Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа. И вот он жил в Калне, и Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махараджа, он отправил ему большое письмо и сказал, что Гуру Падпадма, Шрила Прабхупад дал вам Бани Севу. И если вы
приедете сюда, в наш матх, то мы дадим вам возможность заниматься ванисевой без всяких беспокойств. И вот Шрила Гуру Махарадж, он отдал ответственность за поклонение Анантавасудеву в Калне Макхан Бабу. И иногда приезжал смотреть, как служение происходит, и сам занимался ванисевой в Калькутте, в Шичитане Гауди Матхи. Whole life, at least 35 years, at least 35 years continuously, at least 35 years continuously, Guru Padma used to serve Chaitanya. 35 лет Гуру Махарадж занимался с Вани Севой, был главным редактором Шичитани Вани. И по милости Гуру Падмы, я тоже достиг какого-то успеха в том, чтобы опубликовать все статьи, которые уже были опубликованы в Шичитани Вани, но все равно у меня есть надежда, что с какой-то день я смогу опубликовать больше его статей. Его статьи, они подобны великой библиотеке для нас. Он каждый день что-то писал. И вот такое. Такая Вани Сева, она называется Брихат Мриданга Севой. И до последнего момента своей жизни он занимался этой Брихат Мриданга Севой. Мриданга, если мы играем на мриданге, то ее слышно вокруг, а Брихат Мриданга — великая, огромная мриданга в форме книг, журналов и статей. Она может слава из учения этой Брихат Мриданги в форме статей, книг и журналов, она может распространиться по всему миру. И это великое сокровище для нас всех, и я был удачен в том. Ну уж не полностью, но что-то, по крайней мере, было под руководством Гуру Падмы. Я также много раз консультировался с Бхарати Махараджем, старший преданный мой Шикша Гуру. И вот я консультировался с ним так много, что статьи было, я хотел разделить их относительно Самбандхи, Абхиды и Байоджаны. И вот указание Гуру Падмы было в том, чтобы я думал о чем-то нужно. В общем, что-то мне непонятно было, нужно было идти к Бхарати Махараджу и спрашивать его. И вот я спрашивал Бхарати Махараджа, что Гуру Падма написал множество книг, какие-то статьи. Я из должных источников собрал, хочу опубликовать, но моя просьба, вам нужно определить, к какой категории не относится, к Самбандхи, к Абхидхи или к Прайоджане. Какая статья она? К какой категории относится, к Самбандхи, Абхидхи или Прайоджане? Я, конечно, что-то сделал, но все же нужно было это подтвердить у Бхарати Махараджа. И Бхарати Махарадж с великим энтузиазмом, он так, день за днем он читал статью, и тоже относил какой-то к Абхидхи категории или к Самбандхи или к категории Прайоджана. И так он помогал, помог мне разделить, категоризировать эти статьи. И таким образом Бхарати Махарадж мне очень здорово помог. И множество статей было, но все же мы должны использовать лучшие. Мы должны прилагать наши усилия в том, чтобы опубликовать все эти статьи на различных языках. И
Мы можем пытаться опубликовать одну книгу. Я опубликовал другие, не все, но в дальнейшем мы тоже должны заниматься публикацией. Нужно собрать их с различных источников. Я очень удачлив, и в то же самое время неудачлив, поскольку я не могу полностью исполнять его указания. Он дал мне Ванисеву. Такое служение я могу рассказать о нескольких случаях, чтобы вы поняли значение его качества единства с Бхагаваном. Он всегда являл такое единство с Бхагаваном в течение всей своей жизни. И вот Падма, он говорил, и в последний момент своей жизни, перед тем, как оставить свое тело, может, 10 лет до того, он начал, основал храм Гопинат. Гопинат Виграха уже была там, с его прежнего дома, и по желанию одного преданного. Никогда не хотел строить никаких храмов, но по желанию различных преданных. Он начал строить храм Гопинат Годи Матхи. И вот начал проповедовать достаточно пожилом возрасте. Ну как, он достаточно пожилой был в одном месте, а все приходили к нему, как в Упасанатан, они, находясь в одном месте, могут проповедовать, и такую проповедь мы тоже видели в его жизни. И вот время от времени у нас есть практический пример, как насколько эксклюзивен был его баджан. Мы видели какие-то преданные с Майапура. Они иностранные преданные. Они собрались ехать с Калькутты в Майапур. Finally started making one or two disciples. Finally there was pressure. Devotee speaking, you have to give. Вот он не хотел принимать учеников, но преданные как просили, в итоге он начал принимать учеников. И вот какие-то преданные собрались ехать в Калькутский аэропорт. Кто-то был из Франции, кто-то с Америки. И вот они, я купил им билеты, и вот они с утра после арати собирались уезжать, и через полтора часа, как они уехали, группа от Падма начала говорить, чувствую, что что-то случилось. Вот час только прошел. Если Гуру Махарадж говорит, что сегодня что-то случится, я чувствую какое-то предчувствие у меня есть, я чувствую какое-то беспокойство. И вот он повторял это, и когда они уехали, мне было ночное служение, Гуру Махарадж мне сказал, что что-то случится, и вот они вскоре новость пришла, в МАТ позвонили, что машина в аварию попала, этот Рамдас, преданный с Америки, такой полумертвый. Водитель сразу его намертво убила в процессе этой аварии. В общем, потом положили его в больницу какую-то, интенсивную терапию. Мне дали служение смотреть за ними, что дальше будет. И таким образом, однажды в Бихале наш мат в Калькутте, там маленький мат, так или иначе. Там Гиридхари Лал Шила была. И так или иначе, рано с утра Гуру Махарадж тоже сказал, что его сердце горит.
Никто не мог понять, что случилось, почему сердце Гуру Махараджа горит, может, нужно доктора позвать или еще что-то. Мы думали, что же его сердце горит. И тут около 6 утра, с утра, один мой брат Боги позвонил матке и сказал, чтобы мы сказали Гуру Махараджу, поскольку Пуджари в их матью Бихали настолько глуп и беспечен, предлагал Прадип, огонек, неаккуратно зажег одежду Гирирадж Шилы, вся одежда Гирираджа сгорела на самом Гирирадже. И вот Гуру Махараджу сообщили об этом. Тогда мы поняли, почему сердце Гуру Махараджа горело, почему он так говорил. И Гуру Махарадж, когда услышал это, начал плакать, как ребенок. И сказал, что вы служите так моему Гирираджу. Мой Кришна, Яшода, смотрите, с каким великим чувством служит Кришне, с такой великой осторожностью, а вы чуть не сожгли его, моего Гирираджа. Гуру Махарадж потом постился без еды и воды какое-то время. I cannot take it, go away. My Giriraj, my Krishna burning, I cannot take. Guru Maharaj was feeling this way. Repeatedly. Somebody in the temple. И кто-то в храме. Somebody in the temple, some brahmachari going somewhere. Какие-то брахмачари тоже. Illegal. Тоже с какой-то ерундой занимался. Guru Maharaj in bed, I am like dog. Я, как собака, спал у его стоп на мешке. И три раза Гуру Махарадж просыпался, ходил в туалет в таком пожилом возрасте, я помогал ему. Это по милости вайшнавов я получил такое служение. Однажды Гуру Патпадма говорит: Он беспокоился о чем-то, что кто-то занимается какой-то ерундой в матхе, и ночью какой-то брахмачари чем-то непонятно чем занимался. И с утра после арати Гуру Махарадж позвал этого брахмачари. Тот не мог посмотреть на Гуру Махараджа, смотрел вниз. И Гуру Махарадж сказал, что ты таким образом не сможешь поддерживать своего брахмачари. Если вы живете с каким-то чистым брахмачари, как Наротам брахмачари, тогда вы поймете значение брахмачари. Учимся у них, у таких возвышенных преданных, которые достигли успеха. Мы учимся у них, как поддерживать все. Как поддерживать свое тело, чтобы как капля силы вашего тела сублимировалась, восходила и делала вас могущественнее и могущественнее. То есть наша сила тела не должна опускаться вниз, она должна увеличиваться, сублимироваться. Этот брахмачари не смог смотреть на Гуру Махараджа. Гуру Махарадж никогда не хотел никого оскорблять из смирения. Он сказал: так, мой сын, таким образом ты не сможешь поддерживать брахмачари. Гуру Махарадж мог видеть, увидел, кто чем занимался. Я был удивлен. Как Гуру Махарадж видел, чем он занимается в своей комнате? Иногда я был гневен на что-то. И Гуру Махарадж не всегда писал эти письма, чтобы меня как-то утешить, хотя откуда он знал, что я гневаюсь на что-то. И он приводил мне примеры Триданди Бикшу с Бхагаватам.
И тот пример Гуру Махарадж приводил мне. Также много раз мы видели в Гвайшпуре, в Кальяне, на пути в Калькутту, там есть станция Кальяни, и там есть место Гвайшпур, очень прекрасное место, и там храм Мадан-Махана, но это Виграха Радамадан-Махана, Гуру Махарадж. Он получил даршан Виграхи, когда он был маленьким мальчиком. И там Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, какая-то тетя по отцовской линии. When Guru Maharaj was very small boy, и вот Гуру Махарадж, когда он был мал, то в то время это по материнской линии тетя Бхакти Вивек Бхарати Махараджа, она очень любила его. Она была учеником Прабхупады, скорее всего. Я не помню точно, но что такое. И те божества, они очень важны. Гуру Махарадж, он говорил, что те божества, они живые были. Божества, значит, жизнь есть в этих божествах, но Мадан Махан, он являл такую лилу. Мадан Махан залез на пальмовое дерево, Мадан Махан Виграха, чтобы украсть расу из этого пальмового дерева. Мадан Махан Виграха going up in a plum tree and to take rasa. И Гуру Махарадж говорит, однажды какой-то преданный поймал эту виграху, виграха слезла и поцарапалась. Гуру Махарадж говорил, я тоже был там, они видели меня, и я видел там эту поцарапанную виграху, они открыли одежду. Виграхи показали ему, что вот она поцарапалась. И Гуру Махарадж говорил и плакал. Иногда из-за своей огромной любви Гуру Махарадж был в Гвайшпуре, у него была какая-то связь, это были такие домашние божества. И иногда и вот он посещал иногда Гвайшпуру, совершал служение там. Однажды Гурупад Падма забыл укрыть зимой. Гуру Махарадж закрыл храм, вышел, пошел отдыхать, его тело, но тряслось от холода. Что случилось? Бхагаван пришел во сне и сказал: «О, ты забыл укрыть меня одеялом». Гуру Махарадж встал, принял омовение. Он был совершенно брахмачари, но все же принял омовение. И такого правила. Совершил ачаман тилак, открыл храм и попросил прощения. Дал одеяло Бхагавану, укрыл его. И потом, после этого, его такое... Его чувство холода, чувство озноба, оно прошло. Много случаев таких. Его единство с Бхагаваном, я сейчас скажу, о последней лиле. Какие-то люди приходят в храм, чтобы какие-то проблемы создать. Какие-то люди приходят в храм заниматься политикой и прочей ерундой. Как-то беспокоит Гуру Махараджа приходили. Я был как-то неосознанно вовлечен однажды в это. И однажды Гурупад Падма, он решил отправиться во Вриндаван. В пожилом возрасте.
Ему было 96 или 97 лет. И вот он спросил меня: «О, мой сын, как я могу доехать до Вриндавана? Самолетом можно долететь? Дорого у меня столько нету, как я на самолете полечу?» Я бедный человек, я смеялся. Я сказал: «Если вы хотите, Бхагаван все организует». И вот он, как ребенок, говорил так, я множество его лил созерцал, но мой материальный ум все же... Я видел множество сокровенных вещей с Гуру Падпадмой, но мой материальный я не мог туда сам попасть. Автоматически, по милости Гуру Махараджа, это происходило, и видел множество чудес. Даже пятилетний мальчик, в нем нельзя найти столько простоты, как у Шрилы Пури Госвами Махараджа. Я был удивлен видеть его простоту, это зовется Вайшнавизм. И после этого, в итоге, так или иначе, купили билет. И в течение полутора месяцев Гуру Махарадж давал наставление мне. Вообще, Мал Кришна, вот взяй, возьми эту книгу, ту книгу, эту книгу. Я паковал книги Гуру Махараджа, которые он просил взять во Вриндаван. У него весь багаж состоял из книг, одни книги и бумаги. И вот весь месяц, полтора, он просил взять какую-то книгу, уточнял, взял я ту конкретную книгу или нет. Вот какие-то журналы, дневники. И вот весь месяц я паковал его багаж. Я был удивлен. Вот он просил взять какую-то книгу Бхактивинода Тхакура, чтобы почитать ее во Вриндаване, нам уже за 97 было. Я думаю, до аэропорта его провожу. И какие-то иностранные преданные там были также, и мы... Я был в машине с Гуру Махараджем. Гуру Махарадж поместил свои стопы на мои колени. Иногда я брал их на грудь. Также очень прекрасное чувство было, где еще такую возможность мог бы обрести. И голова лежала на коленях как какого-то саньяси. Как Дурьотхан, он очень горд. Он всегда сидел у головы, а Арджуна у стоп Кришны, поскольку Кришна сказал с утра, когда я открою глаза, если увижу первого, кого я увижу, он может попросить какое-то благословение у меня. Битвой на поле Курукшетры было одно условие, что он не будет сражаться на этой Курукшетре. Он дал обет, что не возьмет никакого оружия. Дурьотхан и Арджуна, они достигли дома Кришны. И условие было такое, что с утра, как Кришна проснется, первого, кого он увидит, того и благословит. Then Duryodhan can fast us. Then going to open eyes. И вот Кришна открыл глаза и увидел Арджуну, который был его стоп. И поэтому, если кто-то открывает глаза, кто сначала увидит того, кто его стоп. О, друг, ты. Дурьотхан, как я первый начал возмущаться, я первый пришел.
этого Арджуны в помине еще тут не было. И вот Дурьотхана начал просить, ну, какого-то там того-того, пятого, десятого, двадцать пятого, побольше войск и всего остального. Арджуна спросил только, чтобы Кришна был с ним. И в итоге мы доехали до аэропорта. В аэропорту была особая комната для старших, важных людей. И вот нас посадили туда с Гуру Махараджем. Там какое-то время было перед тем, как самолет прилетит и посадка начнется. И я вспоминаю, я не могу забыть то, что там было. Я был там один с Гуру Махараджем. Тут небольшая комната была. Гуру Махарадж лежал на диване, он кашлял. Иногда он сплевал какой-то глиняный горшочек, я держал его и давал мне наставление, я помню. Это было подобно последним наставлениям Кришны Удаве, и вот он дал мне множество наставлений. Я не знаю почему, и после этого спросил. Ему сказали, что самолет уже скоро улетает, нужно садиться. А я сказал, что мне в Майпур надо ехать. Он спросил меня, а я в Майпур возвращаюсь. Он сказал, что сам со мной не едешь. И тот Гуру Махарадж поручил, чтобы мне билет купили. И мне купили билет какой-то стоячий, но у меня ничего не было с собой. Даже одежды никакой запасной. Все равно полетел с Гуру Махараджем на самолете. Вот Гуру Махарадж отправился во Вриндаван, это уже долгая история, там он находился какое-то время. И Гуру Махарадж потом отправился в Пури. Он там находился тоже какое-то время, Пури это... И вот там он находился до своих последних дней. Там мы составили журнал к его столетию. Преданные с различных частей мира приехали, чтобы участвовать. И хотя я недостоин, я все был редактором этого журнала. На различных языках были эти статьи в том журнале, и в то время я малярией заболел, хотя внешне непонятно было, но я в таком состоянии все равно печатал книги, доехал до Пуршоттамы, по милости Гуру Махараджа, за день до его, у меня была лихорадка, температура, но все же я и с великим энтузиазмом, думая о том, что Гуру Махарадж благословит меня, я совершил служение. Публикации этого журнала я не мог участвовать в празднике, поскольку из-за этой малярии лихорадки не мог, иногда сидел рядом где-то. Все преданные предлагали пушпанджали Гуру Махараджа, я просто сидел рядом, не мог ничего сделать. Такая температура была. Finally, after this function, 100 years completion,
100 is complete. Be careful. This Guru Maya Abhirbhakti thi, very careful. И вот смотрите, явление Гуру Махараджа, это было чудесно. Если Гуру Махарадж не дал бы мне этот Бабу Звеш, кому же бы я пошел? Столько милости исходило от него. В то время у меня была одежда Брамачари, и праздник кончился. И вы знаете, Дурга Пуджа начиналась, Чатурти, Гуру Махарадж, день явления. Вот четвертый день от от Амаваси, темной луны, и Гуру Махараджа, день явления вскоре. И как я не знаю, как по милости Бхарати Махараджа я хотел получить Бабаджи Веш от Гуру Махараджа, и я поехал в Пури. Гуру Махарадж, он уже хотел дать мне какой-то отреченный уклад жизни, и Гуру Махарадж спросил, что я хочу получить. И смотрите, четурти только прошли, день его явления был, картик только почти заканчивался, можно вспомнить сегодня. По указанию Гуру Махараджа я подготовился, чтобы принять саньяс, этот Бабаджи Веш, на следующий день утром, в день Раса Пурнимы. И вот где-то месяц и пять дней после ухода Гуру Махараджа он дал мне с такой любовью, этот Бабаджи Веш, никого вокруг не было, он хотел пошутить надо мной. Он очень много шутил со мной, не знаю почему, и вот дал мне этот Бабаджи Веш, дал мантру и сказал, что с сегодняшнего дня ты должен думать, что ты гопи. Вот он дал мне такую мантру, я засмеялся, не знаю. Он спросил, знаю ли я значение этой мантры. Я сказал, что не знаю, он объяснил, и все, раз и по нему. Как сегодня ночью, я не спал. Я был на крыше, Гуру Махарадж. На следующий день сказал, последнюю ночь я сидел на Вьясасане, не могу говорить неправды. И Гуру Махарадж сказал, последнюю ночь я не мог спать. Почему? Я смотрел на твою жизнь. Я смотрел на твою будущую жизнь. А я смотрел на Сударшан Чакру храма Джаганнатха. Сейчас там много чего понастроили. Не видно уже в то время с крыши Гопинат Гаудиматха была видна Сударшан Чакра. И вот в то время я повторял харинам и наблюдал за Сударшан Чакра и думал о своей будущей жизни. После этого Гурупад Падма, он дал мне Бабаджи Веш. Хотя я был недостоин, но это случилось по милости Гуру Махараджа. И после того, как он дал мне этот веш, смотрите, какова моя удача. Через какое-то время Гуру Махарадж явил лилу болезни, очень такую сильную лилу болезни, и ушел из этого мира. На сегодня конец. Гуру Махарадж оставил свое тело в Парашотам доме. Сегодня вечером Расалила началась, Кришна начал Расалилу. В этот день он оставил свое тело вечером, ночью точнее вошел в Расалилу Кришны. И после мне сказали об этом, я приехал в Майпур быстро с из Вриндавана. Мне Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж сказал, что мой Гуру Махарадж ушел. Он в 4 утра позвал меня в свою комнату, сказал, что Гуру Махарадж ушел.
Я быстро из Вриндавана приехал в Майяпур, положил свои вещи тут. Из вещей мне ничего не было, один мешок положился в Мандириву, принял омовение в Ганге, нанес тилок, пришел в Матху и тут увидел, что трансцендентное тело Гуру Махараджа только приезжает из Пури, и его вносят в храм, как раз успел, и после этого мы ждали, пока Бхарати Махарадж приедет. Это долгое время заняло. В самолете летел я без билета, на денег не было, без билета на поезде, первым попавшимся я доехал до Майяпура, преданные решили сделать самадхи, начали церемонию самадхи. Бхарати Махарадж приехал, как самадхи уже все кончилось, но, по крайней мере, последние его наставления важны были. Я сидел в этом, у этого самадхи, полчаса сидел на этом самадхи, медитировал. Я говорю, это седина в ясасане. Я думал, что моя жизнь бесполезна. Гуру Махарадж ушел, нет никого, кто мог бы помочь мне. И что же делать? Я думал, медитировал, никого не было. Только такое свежее самадхи, одно тулуси там посадили. И так или иначе, я получил вдохновение откуда-то, какое-то указание, намек. И everybody going to go against me. So from then onward, I started мое служение, так или иначе, пытаться как-то делать его, и Шрила Бхакти Валабхатир Тхагасвами Махарадж, Шанта Махарадж, Бхарати Махарадж, они помогали мне. Я очень благодарен им, иначе я бы был потерян. Так или иначе, они помогали мне. И поэтому я до сегодняшнего дня пытаюсь сделать лучше, чтобы служить Гуру Махараджа. У меня нет денег, чтобы строить большие храмы, но я совершаю Вани Севу. И Гуру Падпадма, я прошу прощения у него, пусть он благословит меня с своей нити лилы, чтобы я продолжил Вани Севу до последнего момента своей жизни, не до последнего момента, а даже после того, как я оставлю это тело, я хочу совершать Вани Севу. И пускай Гуру Махарадж, и вы все благословите меня. И с тяжелым сердцем я должен становиться. Шукадев Госвами говорит, изучайте веду, веданту, чтобы стать возвышенными преданными, но это не поможет. Но из Бхагаватам мы получим такое наставление, что если вы будете служить лотосным стопам такого преданного, в чем сердце заключены лотосные стопы самого Бхагавана, если вы сможете служить ему, то получите больше блага, чем от изучения веды, веданты и всего остального. Нанджаса сурир бриджа артха таттат гунану сабанам мукунда падар винда хидаешу джейшам ванча пахалпаду. Кибасинда бхавача патитананг павана бхавишна.